из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Мы в этом отеле не первый раз и знаем, что здесь наверху есть прекрасный ресторан французский, Love You называется, Love You. Там прекрасно готовят. И там всегда играет отличная джазовая музыка вживую. Девушка поет, и парень на синтезаторе аккомпанирует. Поэтому сегодня мы уже план по посещению рок-мест выполнили. Я лежу, отдыхаю. Заказали столик там вечерний. И пойдем в ресторан. А я, честно говоря, в прошлый раз я не знал этого. Сейчас вот прочитал, что оказывается, что повар Сечин — это лучший шеф-повар 2019 года в Питере. Это так на крайний случай. Дальше. Здесь вот такие награды у этого ресторана. Лучший вид из окна. Лучший видовой ресторан. Журнал Time Out. А лучший вид из окна — это всероссийская премия, так называемая. И лучшая оригинальная винная карта. Russian Wine Awards. И повторюсь, лучший шеф-повар. Мы в тот раз отметили. Великолепно готовит. Просто очень вкусно. Ну, потрясающе вкусно. Хотим сегодня проверить, не упало ли его мастерство. Вот чем нам нравится еще этот отель Санкт-Петербург, так это тем, что здесь на крыше французский ресторан Love You. Чем он хорош? Здесь всегда прекрасная музыка и отличная кухня. И мы вот хотим проверить, не поменялось ничего за год после того, как мы здесь были последний раз. Мы сегодня заказали устрицы себе, черный жемчуг. Заказал я себе щучьи котлеты, я их всегда заказываю, куда ни приезжаю, мне они нравятся. А моя супруга заказала мурманскую треску, проверим. Не испортился здесь ресторан и кухня. Устрицы попробовали, свеженькие. К ним подали чипсы из черного хлеба, сушеные, с изюмом, и чуть подсоленые, и масло растопленное, свежайшее. Такое сочетание преподали, как пирожное, как вкусное. И устрицы с прекрасным винным соусом, все на высшем уровне. А теперь принесли мед. Щучьи котлетки. Попробую сейчас, как они. И они в щучьем таком соусе, из щучьей икры. Что хочу сказать. Это лучшие щучьи котлеты, которые я когда-либо ел в своей жизни. Во рту тают. Потрясающе вкусные. Нежнейшие. Это не повар, это какой-то супермен. Доброе утро, уважаемые русские рок-музыканты. Специально не обращаюсь к любителям рок-музыки, а к нашим рок-музыкантам. Ребята, давайте менять представление о нашей русской рок-музыке и о нас, о рок-музыкантах. Давайте поднимать наш авторитет в обществе. Давайте играть чисто стильную музыку, жить в дорогих отелях. Лежать вот таких вот ваннах просторных, с прекрасным видом на Неву или на любой другой город. И ездить на Роллс-Ройсах. Давайте будем становиться звездами. Давайте вам поднимать авторитет нашей русской рок-музыки, а не призывать к тому, чтобы убивать ментов. Давайте будем элитой нашего общества, достойной, поддерживать друг друга, так как это делают на Западе, исповедуя корпоративную этику. А не пытаться подняться за счет опускания других своих коллег. Но самое главное, давайте делать красивую, чистостильную музыку, достойную того, чтобы люди сидели в дорогих креслах, в богатых залах огромных, и молча слушали нашу музыку, внимали каждому звуку, гитарному, барабанному и вокальному. К этому я вас призываю всех, друзья мои и коллеги.
Ну и, конечно же, хочу обратиться к уважаемым любителям рок-музыки. Не теряйте к ней интерес. На мой взгляд, это самая интересная музыка, которую породил 20 век. И 21 продолжает генерировать ее. Сколько прекрасных групп на Западе. Поддерживайте нас. Приходите на концерты наших рок-музыкантов. Не жалейте на это денег. Платите хорошо им. Давайте вместе поднимем авторитет нашей русской рок-музыки и выведем ее на международный уровень. Мужики, ну что могу сказать? Знаете, приятно вот с утреца полежать в теплой ванночке, покайфовать. Надо срочно становиться рок-звездой. Ездить на Роллс-Ройсе и питаться в дорогих французских и итальянских ресторанах. И в русских тоже. И вспоминать о Макдональдсе, как о глубоком и счастливом детстве. И о дошираке. Но иногда не забывать его пробовать и вспомнить молодость. Это тоже очень полезно. Я, кстати, часто беру в разные поездки с собой доширак. И когда уже надоедает вот эта всякая вкуснятина и красота иноземная, я достаю вечером доширак, запариваю его и с наслаждением съедаю. Мне приходят сразу прекрасные идеи новых песен, которыми я буду радовать вас и музыкантов, и любителей рок-музыки. В ближайшие дни начну прям. Я не заставлю вас долго ждать. И я хочу продемонстрировать нашим рок-музыкантам, как надо работать плотно. Ребята, а не сочинять одну песню в 3 года. Если вы выбрали эту профессию, то это производство. Такое же, как и любое другое. Поэтому работать надо целыми днями. В студии. И на концертах. Потом это апробировать. И отрабатывать. И делать лучше. Потом возвращаться в студию и доводить еще раз до ума. Вот так надо. И быстро это все делать. Ну все. Позавтракал. Ванночку принял с пеной. С хорошей. С пахучей. И выдвигаемся сейчас опять по местам рокерской славы питерской, которую, к сожалению, они немножко подрастеряли. Закрытый рок-клуб, и Сайгон закрыт, но мы все равно их посетим. Ну вот и все. Наш уикенд подходит к концу. Питерская вылазка по местам боевой, трудовой и, самое главное, рок-питерской славы. Но у нас еще до конца дня, до нашего поезда, аж целых 5 часов. Поэтому мы посетим еще один концертик, о котором я расскажу чуть позже, перед заходом туда, в концертный зал. А здесь я благодарю этот отель, этот прекрасный номер. Я благодарю эти прекрасные рестораны, что ресторан Беринг внизу со шведским столом, что ресторан Лавью на крыше, французский. Все было высший пилотаж. Во! Поехали! Все хорошо в этой гостинице, кроме лифтов, но до того тихоходные, но до того медленно двигаются. Стоишь, пока приедем. Заснуть можно. Все было хорошо. Еще раз говорю, поблагодарим всех. Поехали. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Друзья, хочу я в стихотворной форме поведать про отель «Санкт-Петербург». Не первый раз нам достается номер в этом отеле, но впервые президентский люкс. Великолепный номер из 2 комнат. Спальня, гостиная и есть 2 санузла. И еще ванна в спальне. Не припомню еще я где-то про такой разврат. Хотя бывал в хороших я отелях.
В различных пятизвездных я бывал. Но в номере, где ванна у постели, еще в России я не отдыхал. А вид из окон просто королевский. Вернее, царский, мы ж в России вид. Шпиль Петропавловский, крейсер «Аврора», Невский простор, Исаакий также вдалеке стоит. В отеле есть два классных ресторана. «Беринг», где утром накрывают шведский стол. Выбор богатый там, порадует гурмана любого. Вкусно все, достойный протокол. А наверху есть ресторан французский. И по-французски называется «La Vue». Стильно, изысканно и очень вкусно. И музыканты классные, вживую там поют. Мне как-то говорили критиканы, что настоящий рокер презирает люкс. Но думаю, что ханжеским дурманом и завистью оправдан этот вкус. Хороший рокер должен быть звездою, ездить в Роллс-Ройсе, а не в битых «Жигулях», и миллионы зарабатывать игрою, а не сшибать копейки на углах.